Ваш соперник только что отметил, что счет не совсем по игре. Все-таки не 0-6 было на поле. Согласны с ним? Конечно, согласен. Просто момент не реализовывались. Наша команда. Игра в целом была хорошая, интенсивная. Старались все, давались, выкладывались. У нас чуть не получилось. Первый тайм мы хорошо сыграли, достойно. Там 1-0 закончили, забили в конце. Не знаю, просто чуть-чуть не повезло. Чуть-чуть где-то мы просели. И как-то пошло-пошло. Один, второй, у нас быстро эти голы пошли. И мы как-то темп потеряли свой. И думаю, поэтому у нас так получилось. Не очень, как сказать. Лев, вопрос вам. Единственный человек, который играли уже на политехе из этой команды, как-то какие-то подсказки в этой связи своим сокомандникам были? Да, конечно, я старался. Я для этого пришел к парням помочь, естественно. Естественно, мы хотим победить. Хотели победить. Мы же не просто так пришли сюда. Подсказывал. Все, что от меня требовалось, все делал. Чуть-чуть не хватило взаимопонимания. Просто чуть-чуть не понимаем друг друга. Так, все. Пацаны молодцы, вопросов нет. Все достойно сыграли. Всем большое спасибо. Достойно все сыграли, в общем. Еще 2 года назад в студлиге не было ни одной команды из вас, а сейчас уже, насколько я понимаю, 4. Вот это так, уровень футбола поднялся у вас? И уровень футбола, и просто то, что недалеко, от академии находится, правильно, здесь недалеко ходить. Людям интересно, почему бы нет, правильно, пройти выходной день, поиграть для себя, получить удовольствие. Просто одна команда тоже еще поиграла, поделились своим опытом, то, что в СВЛ тут нормально играет. То, что есть возможность, поиграть, получить удовольствие. И поэтому люди друг у друга общаются в академии, естественно, узнают, и поэтому делают коллективы, создают команды и выступаем потихонечку.